Всем привет, друзья, подписчики и кто просто просматривает мой канал. Всем привет, друзья. Ну что, друзья, данное видео у нас сегодня будет продолжение битвы за архипелаг. Хотя уже можно эти видео не записывать было, потому что все равно я не дойду до пещеры. Ну хотя посмотрим, может быть, что-то там еще успею взять. 40 рубинов где-то должны быть еще. Да, честно говоря, друзья, без рубинов играть не очень интересно. В плане того, что мы не все подарки получим. Но разработчики, конечно, неправильно сделали. Не знаю, зачем это нужно было. Сделали бы упрощенный вариант, все бы получали бы хотя бы там рубинов 50-100 тратить на это все. Было бы, конечно, неплохо. Так, ну что, друзья, давайте мы посмотрим, сколько у нас тут боев уже здесь есть. Так, это получается у нас 4 боя, да? 2 16-х и 2 17-х сегодня. Так, бои, конечно, очень тяжело уже проходят. Хочется сэкономии. Вот этот город я очень-очень долго пробивал. И хотя не сказать такое, что он мощный. Здесь была пушка, я ее снес. И запустил всех слонов с этой стороны. Ну и, соответственно, пиратов тоже туда же. Но не так быстро. Сначала по чуть здесь запускайте. А потом на эту сторону тоже переключайтесь и запускайте сюда пиратов. Так, ну и здесь задача то же самое, чтобы слоны прорвали оборону и зашли вовнутрь, в середину, а там уже потихонечку все зачищают. Я нанимаю именно ветрокрылую, она более-менее эффективнее, чем бестия. Ну, бестия она за 5 бочек, тоже невыгодно. Ну, а ветрокрылая более-менее. С пушкарем пока еще в атаку не ходил, но может быть в дальнейшем он пригодится. Так, ну что, они уже в середине. Очень мало их осталось здесь. Ну, видите. Вот единственная проблема. Бывает очень-очень долго они зависают на одном заборе. Ну, здесь уже дело техники. Ждем, пока уничтожат защитку. И запускаем ветрокрылую. Ну и все. Бой такой. Среднячковый. Однотипный. Запускать с этой стороны и спокойненько оборону можно прорвать. Ну не знаю, я здесь пробовал несколько раз. И с этой стороны пробовал, и с этой стороны. Обращайте внимание, как идет забор. Если, как я и говорю, что он ровно по прямой идет. И с этой стороны, и можно по бокам зачищать. То вполне вероятность эта сторона вам подойдет. Ну а с этой стороны может быть драконы. Ну не знаю, друзья. Вот такой вот бой. 28 дублончиков этих. Пока еще один слот не получается открыть. Но может быть в дальнейшем откроется. Так, 2 16-х. Да, здесь также я использовал 15 слонов, 20 пиратов. И, ну, здесь уже 40 дублонов шло. И также герой. Давайте посмотрим. С разных сторон, сразу говорю, что пробовал. И с этой, и с этой, и с этой никак, друзья, не получается. Здесь нужна какая-то быстрая атака. Очень быстрая атака. Видите, я практически все запустил сразу. И здесь как повезет. Потому что я очень много раз пробовал с этой стороны. Я даже не считал. Может быть, разов 20, наверное, я его не мог пройти. Не так все быстро. Многие использовали вообще... И два слота пиратов, и тогда спокойно можно дойти. Но хочется как бы сэкономить, у меня получилось ровно 4 боя. 4 боя, в принципе, это нормально. Там у нас давали еще 30 бочек на острове. Так что я примерно рассчитал 4 боя, это отлично. Ну, где-то так, середину тоже, видите, добиться того, чтобы в середину зашли. Ну, и тут уже как повезет. Ветрокрылая... Очень неадекватно себя ведет в последнее время.
То бывает, что она хорошо, нормально атакует, то бывает, она тупит как никогда. Ну, помогает однозначно. Тут не удалось уничтожить башенку Гаргули. Но тут уже мелочи. Здесь даже не знаю, друзья, как-то и тут слоны нужны, и тут. И непонятно, потому что забор, видите, здесь три слоя забора. Если как расценивать здесь издалека, его разбивать по углам, и видите, перегородки здесь стоят тоже. Тоже неудобно. Ну, не знаю. Я и говорю, что его разов 20 проходил, не мог пройти никак с этой экономией. И думал, еще разок сыграю и все, и плюну, и возьму пиратов. Нет, получилось все-таки разбить его. Друзья, если с экономией можно стараться долго, если вы ничем не занимаетесь, не работаете, то, конечно, можете здесь мучиться сколько хотите. А когда есть еще какие-то дела, нанимают чуть больше пиратов и все, и не заморачиваться. Ну что, друзья, вот такой вот бой. Давайте посмотрим следующий. Мне понравился последний бой. Сейчас давайте посмотрим, что там. Еще один 17-й здесь также использовал. Я практически во всех городах использовал 35 бочек. Ничего не менял. Вот этот город мне тоже понравился. Он такой более-менее расширенный. Можно наблюдать постепенно. Слонов с этой стороны запустил. Здесь пиратов можете как запускать и медленнее, как и быстрее. Это разницы не имеет. Потому что, видите, я уже использовал всех. Бой очень интересный. Так, постепенно, постепенно слоники прорываются. Вот там нужен один пират тоже для разбития. Раньше, как помните, слонами атаковали каждый день. Вот нормально работали слоники. Мощь. А сейчас нанимают рыцарей, набирают чуть больше заклинаний и все. И не нужно вам ждать и часа 4, чтобы нанять слонов. Посмотрите, то же самое. Здесь задача была прорвать оборону именно с середины. Крылатую я решил уже запустить здесь. Но, в принципе, нормально. Вот, сейчас будет шпилек ее. Упак, и все. Ну, хоть какую-то задачу она выполнила. Кто-то нанимал бы энтов. Ну, не знаю, слоны как-то они уверенно идут. У них мощь бьет через забор. Энт долго по забору сидит, мучается. Ну, в принципе, друзья, вот и все. Здесь понятно, слон пойдет сюда, эти пираты еще помогут. Здесь ерунда осталась. А эта пушка, она будет долбить, долбить. Раньше я помню, пушка удар, пол хп сразу, баба. А сейчас все ерунда. Так, ну что, друзья, давайте посмотрим завершающий бой. И откроем сундук, может быть, там рубинов дадут. Или то уже в следующем, наверное, будет. Давайте посмотрим. Знакомое название города. То есть получилось у меня. Ну, у меня оставалось просто ровно столько бочек. 5 бочек куда девать. 40 пиратов, 10 слонов, 3 закла и геройчик. Ну, давайте посмотрим. Это самый хороший такой бой. Но он, и сказать, и не легенький такой. Смотрите, у него вся оборона в середине. Я и с этой стороны попробовал. Но решил я все-таки сделать так. Хитрый ход конем. Запустить слонов именно по углу. И всех пиратов также в угол, чтобы они уничтожили. Смотрите, уничтожают они. Они тут полобороны снесли. И давай еще вот это вот. Все. И вот такое вот обратите внимание. Смотрите, все, полобороны уже нету. А здесь уже мелочь осталась. Они пока не достают башни все. Ну вот сейчас начнется. Медленно, друзья, наблюдайте, как пираты работают, как работают слоны.
выгодно ли вам с этой стороны напасть. И посмотрите, какой процент по очкам получается. Если получается 50% полностью уничтожение всех войск, вообще меняйте другую сторону. Однозначно. У вас должно выходить на более-менее нормальный бой 86-90%. Если получилось такой бой, переигрывайте и меняйте направление слонов, либо пиратов. И тогда 100% будет. Так можно определять каждый бой. Так, ну что. Вот здесь интересно было. Ну, слоны так и так и так. Половину бы тут уничтожили. Но до зиккурата, может быть, они и не добрались бы. А ветрокрылая хорошо свою работу знает. Они как раз тут в паре со слонами. Ну, вот теперь обратите внимание, как она еще сделает свой любимый финт. Понты свои. Ну, полздоровья еще было. Ну, так вот, друзья. Уже интереснее бои. Ну, я уж это похожий такой город уже припоминаю, где-то был. Но я, кажется, нападал их с этой стороны. Я пробовал этот один бой провести с этой стороны. И потом с угла провел. А потом решил все-таки с этой стороны. Ну что, 100% бой. Здесь получается у нас, там мало дублонов золотых нету. Так. Ну давайте откроем еще сундучок. Ну что так долго? Вот такие вот 4 боя. Так, по поводу зависания игры. Друзья, на одной арене, ну где-то около 10-15 боев можно провести. Но потом, правда, краснеет там все в квадратиках, но еще играть можно. Чуть-чуть улучшили, конечно, но не сказал бы, что так ахти. Ну что, давайте посмотрим. 45 звездочек нам тут нужно. Погнали, откроется он, нет. Здесь уже должны быть камни, наверное, повыше уровня. Катализаторы уже брали вроде. Так, носорог 6. Так, что нам еще дадут? Нимфы 3 штуки. Мало боев и тестов с нимфами. Тоже меня просили провести тест нимф. Так, маг 26 штук. Ну, что-то какой-то скудненький. Ну, войны, конечно, это хорошо, но это все не то. Испепеляющий луч. Так, ну что, давай что-нибудь еще. Дыхание это фьордов. Вообще нам не нравится это заклинание. Так, ну что, пошли камни. Зеленый кристалл. 5 уровень. Короче, рубинов тут не будет. Или в конце рубины дадут. Сейчас посмотрим. Отлично. 5 уровень. Оранжевый. Та-дам! Синий кристалл, 5 уровень. Ну что, в принципе, неплохо. По 5 уровню. Так, что еще даешь? Ну и уже начались мелкие. 3 уровень. Ну тут хоть по количеству больше в подарки. Так, 3. Ну что, в принципе, нормально. По камушкам. Так, и какой? Тоже 3 уровень. Ну что, все, вот такой вот был сундук. Ну что, 40 рубинов даешь? Нет. 3 уровень. Ну смотрите, неплохо камней насыпало так. Хоть не все крупного уровня, но большинство, смотрите. И 3, в принципе, нормально. Так, ну что, а давайте посмотрим, что у нас в следующем будет обзоре. Это уже будет последний, да, день. Смотрите, и вроде недалеко пещерка. Ну, плюс 5 к хранилищам или по войнам, я не помню, что там будет у нас. Все равно, тут уже 80. Успею еще провести, наверное, 3 боя и все. Ну что, друзья, этот бой будет стандартного типа. То же самое, также мы будем нанимать
Слоны, 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 пираты. Так, ну, наверное, да, закл так, или потом поменяю на молнии, ну и так. Ну и все. И стандартом запускаете вот так их. Этот город уже похожий был. Потому что, как я и говорил, вот так они будут идти все. И зачищать все атакующие здания. Ну что, друзья, ну это уже посмотрим завтра. Ну что, друзья, я со всеми прощаюсь. Всем, кому понравилось это видео, ставьте лайки. Подписывайтесь на мой канал. Всем пока, друзья.